50-летний юбилей профессиональной деятельности отмечает ветеран здравоохранения, врач-рентгенолог Любовь Васильевна Голубинова из Уральска. За эти полвека работы она стала мастером своего дела. Подробнее о настоящей героине труда расскажет наш корреспондент. Любовь Васильевна Голубинова начала свою карьеру в медицине после окончания института 2 августа 1974 года. С первых дней работы в больнице она проявила себя как внимательный и ответственный специалист, быстро заслужив уважение коллег и пациентов. С этого дня работаю именно здесь, в областной больнице. У меня в трудовой одна запись поступила. В рентгенологии что такое? Поставить диагноз правильно. Стараемся, чтобы было... Стараемся, учимся. Я была на специализациях в Москве, в Алмате, в Саратове, в Новокузнецке. Ну, не по разу. Так что старалась специализироваться в лучших клиниках по усовершенствованию врачей. Любовь Голубинова не только высококвалифицированный врач, но и талантливый наставник. За десятилетия работы она воспитала множество молодых специалистов, передавая им свой богатый опыт и знания. Ее ученики работают в различных медицинских учреждениях, и многие из них стали признанными экспертами в своей области. За это время я выучила очень большое количество рентген-лаборантов и докторов. Практически все лаборанты, вот я 2 года только не учу, практически все лаборанты по области – это мои ученики. И все врачи, которые пришли, молодые, для работы сейчас тоже. Ну, не все, конечно, но 50% мои ученики. Коллеги и руководство больницы выразили Любови Васильевне искреннюю благодарность за ее многолетний труд и преданность профессии. Любовь Васильевна Голубинова, врач-рентгенолог. В нашей больнице работает уже 50 лет, юбилейные 50 лет. Она очень добросовестная. Человек с большой ответственностью относится к своей работе. У нее много учеников по нашей области, по городу, воспитанников. Ее жизнь и карьера – яркий пример преданности профессии и бесконечной любви к людям. Амина Максотова, Альбина Жикенова, Айбулат Джагапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42.